Всем привет, дорогие мои! Сегодня я вам... Ну, губы у меня, как видите, не накрашены. Значит, мы будем сегодня тестить две новых помады и две помады, которыми я уже пользуюсь, но которые я вам не показывала. Из двух серий. Компания Faberlic, серия Berry Kiss и Marvel Shine. Начнем, пожалуй, давайте с... Наверное, Marvel Shine, потому что Berry Kiss, они оставляют пигмент на губах. И они достаточно яркие. Хотя Marvel Shine, здесь одна яркая, вот эта вот оранжевая. Не знаю, как она называется, но артикул могу сказать. 44-102. Но что-то связано, видите, с кораллом. Очень ярко, очень красиво. Вы часто видите меня с этой помадой на губах в моих видео. И... Новенькую помаду я заказала, розово-лиловая, она такая побледнее. Розово-лиловая, это я запомнила хорошо. Артикул 40753. Наверное, начнем с розово-лиловой. Помада Marvel Shine мне очень нравится, особенно в летний период. Не знаю, как сейчас себя будут вести, у нас холодно, пока дома отопление не дали, на улице холодно. Я сейчас присела, знаете, на какую помаду? HD Color, на вот это вот матовый, да, финиш, на яркие помады мне что-то прям потянуло, вот именно вот из той серии. У меня две штуки, розовый с любовью и какая-то фуксия там, вот я прям на фуксию очень сильно присела. Ну давайте будем смотреть вот эту вот, розово-лиловая она называется. Так вот стик выглядит, ну на такое, вы знаете, ну, прям розовенькая-розовенькая, да, вот. Мне кажется, какая-то чайная роза даже, да. Вот так она выглядит. Видите? На руке. Уходит куда-то, да, в лиловый, правильно. Так выглядит вроде бы розовый. Ну, хотя с рукой совпадает и со стиком. Давайте губы посмотрим. Эти помады очень хорошо наносятся. Они типа, знаете, под тип гелевых. Очень мягко, красиво наносится. Цвет нежнятина цвет. Вот. Эту помаду можно без подводного карандаша нанести, потому что она не сильно пигментирована. Но я уже про них рассказывала вам, показывала. Совпадение есть. Совпадение есть. Хорошая помадка. Очень мне нравится. И цвет так мне идет. Так вот, не обязывающий, да? Мне кажется, симпатичный такой цвет. Следующую помадку тоже из этой серии. Ну, вот это вот новиночка для меня. А следующую покажу вам, которую я уже неоднократно красилась. Она такая ярко-оранжевая. Коралл какой-то, точно не помню, но я знаю, что коралл... Не оставляет пигмента на губах. Легкая, хорошая. И так она выглядит в стике. Вот она, яркая такая. И вот такая вот она у меня на руке. Это очень хорошо пигментированная помада. В отличие вот от розово-лиловой, прям практически сразу с первого нанесения пигмент пошел хорошо. Люблю такие помады, прям хорошо пигментированные.
наносится так же, как и ее подружка, предшественница, как вот, знаете, гелевая такая, как бальзамчик, но нанесение плотное. Первое нанесение, ну это вот в два слоя, шикарная помада, такой теплый, знаете, оттенок. Если этот уходит в холодный цвет, то вот этот вот теплый, теплый такой вот. Совпадение есть и с рукой, и со стиком, и с губами. Тоже мне очень идет, мне кажется. Ой, тут немножко заморала, косоглазие, немножко. В общем, вот. Красивая. Ну и дальше. Дальше у нас будет Berry Kiss. Так, малина у меня уже неоднократно в использовании. Очень мне нравится. Все лето ее красила. На видео тоже вы меня с ней видели. Арбуз. Вот заказала, как и Marvel Shine, так и Berry Kiss у нас в распродажах были остатки сладкие. А, нет, до 80% скидки. Вот я заказала вот эти две помады. Berry Kiss Арбуз и Marvel Shine розово-лиловую. Ну, давайте начнем, наверное, мы не с новой арбуза, а с малинкой. Так, ничего не могу сказать, ни артикул, ничего, ничего нет. Вот так вот выглядит, смотрите, какая нарядная помада. Кстати, Marvel Shine тоже красивая упаковочка. Ну, такая лаконичная, по крайней мере, не бочонки вот эти вот толстые, такая тоненькая. Ну, не сказать, что дорогая упаковка, но, по крайней мере, приятно ее в косметичке, да, держать своей. А вот это прям, смотрите, шикарная. Артикул ничего не могу сказать, знаю, что это малина, все. Вот здесь она выкручивается, вот она. Вот так вот. Такой вот цвет. Хорошо пигментировано и оставляет пигмент на губах. Ну, то есть после нее можно еще с накрашенными губами много-много ходить времени. Вот так вот выглядит. Ну вот, на губах и на руке вот такой вот стик. Очень мне понравилась эта тоже помада. Я ее обходила стороной, но вы знаете, зря. Прям очень хорошая помада. Наносится прям замечательно. Ложится хорошо. Как по маслу. Понимаете, вот скользит как по маслу. Очень такая, знаете, холодный оттенок. Вот в последнее время вот на камеру и вообще стала любить очень яркие оттенки. Вот этот вот оттенок холодный. Такая холодная малина. Вот так вот она выглядит. Совпадение есть. Красивая помада. И хорошо наносится, и внешний вид замечательный. Так, следующая новинка арбуз. Тоже из серии Berry Kiss. Вообще она пигмент оставляет. Это просто я сразу начала стирать, а вообще она пигмент, конечно, оставляет. Губы пигментированные хорошо после этой помады.
Кисточка здесь тональное средство осталось, разношу, чтобы границы стереть разводов. Так, вот новая она, новая. Видите, ой, какой яркий цвет, арбузный. Арбуз прям, какой-то прям такой сочный арбуз. Вот я выкручу. Ой, какая красивая помада. Ой-ой-ой, как мне она уже нравится. Вот, красивая помада. Очень прям красивая. Теплый оттенок. Я вам показываю Marvel Shine, один холодный, другой теплый. Также Berry Kiss, один холодный, другой теплый оттенок. Давайте я вам так сделаю здесь swatch. Красивая. Вот она, красивая. Практически такая алая, но она не алая. Она идет с... Ну, как арбузная идет, сочный арбуз. Ой, господи, какое блаженство такие помады наносить. Мягкая, комфортная, красивая. Что ж я раньше стороной обходила эти помады? Что-то неровненько, да, накрасила. Сейчас буду подправлять. В последнее время стала красить все помады без подводного карандаша. Вы знаете, неплохо. Я имею в виду без подводного карандаша. Наносится эта помада, и вообще в последнее время, ну, чтобы носогубки нам не выделять, да, если подводной карандаш мы наносим, то мы выделяем все равно вот эти вот все носогубочки наши. Красота, девочки. Я прям балдею от этой помады, от ее качества, от цвета. Вот она на камеру передает прям вот, знаете, алая, но она такая не алая. Это теплый такой арбузный оттенок. А как блестит. Камера не передаст блеск помады. Даже не знаю, как вам показать, как она блестит. Вот глянцевая, да? Не могу передать, но блестит она великолепно. В общем, вот. Берите, пользуйтесь. Частенько бывает на распродажах вот эти помады. Это мое открытие. Мое открытие лета. Вот эти вот помады все. И Marvel Shine, и Berry Kiss из серии Faberlic. Да, вот. Это фаберликовские помады. Это обалденные помады. Берите, пользуйтесь обязательно. Видите, какая она классная. Всех целую. Всем пока. С вами была Людмила Хамула.